Территориальная избирательная комиссия активно готовится к предстоящим выборам. 24 июня начался прием документов кандидатов в депутаты Думы города Губкинского. Работа ведется без выходных. На сегодняшний день бумаги на выдвижение подали 29 кандидатов. Мы движемся в рамках календарного плана, который был у нас принят 22 июня. У нас 22 июня Дума утвердила решение о назначении выборов. И 22-го у нас территориальная избирательная комиссия утвердила план работы, так называемый календарный план по организации и проведению выборов. В городе Губкинском образовано 5 многомандатных избирательных округов. Каждый избиратель, который придет на избирательный участок, получит бюллетень по местным выборам, и где он должен будет поставить до 4 галочек, то есть выбрать до 4 кандидатов. Напомним, что наряду с выборами в Думу Губкинского горожане будут выбирать депутатов в Госдуму и Тюменский парламент. Голосование будет проходить в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября.